Привет всем, с вами Ваймс, и я продолжаю немножко стримить в For Honor. С прошлого раза я немножко еще поиграл соло, перекрасил всех персонажей, что... немножко помогает, наверное. А поиграл за нее, и у меня неплохо получается, но судя по тому, что народ пишет, у всех неплохо получается. А, ну и там немножко за рыцаря, совсем чуть-чуть за этого чувака попробовал, как-то у меня за него вообще не получается. Ну, сейчас разберемся. Для начала я хочу вспомнить, как играть, потому что я вчера вечером в прошлый раз играл. Потом можно будет и, не знаю, там пати сделать что-нибудь такое. Проблема в том, что с пати оно довольно плохо работает. Постоянно пати разваливается. Дисконнекты всякие и все такое. Ну, почему бы и не так? Что такое Нио? Это такой... клон Dark Souls довольно унылый. На какой платформе PC? А, и он вышел. И теперь я буду бота убивать. Не, ну бот, конечно, это тоже хорошо, чтобы научиться играть. Точнее, чтобы вспомнить как. Бот довольно неплохо играет, кстати. Такой спам атаками. Да, что со звуком, кстати, потому что, возможно, я менял громкость с прошлого стрима. В закрытом бета-тесте бота были сложнее 90 игроков. Возможно. Я поверю. Да, блин. Спам атаками нон-стопом. Норм со звуком. Ну, окей. Чуть тише игру. Могу и... так, нет. Не могу чуть тише. Надо ее запаузить для этого как-то. Да, наверное, вот так пока сделаю. Потом посмотрим. Но больше имба... возможно. Она же не очень живучая и не очень дамаговая. Упс. Да, конечно, дальнобойная и можно кайтить все слегка. Также есть вот эта вот стойка, из которой немножко... которую немножко сложно контрить. Если бы не невидимые стены, ты бы улетел за ней. Ну, мне жаль, что здесь нельзя взять и спрыгнуть после того, как... после того, как победил. Ну или до того, как победил. Мы дали палку. Красную палку. Сойдет. Наверное, так эффективнее будет перезайти просто. Потому что иначе меня может снова против бота кинуть. Я не уверен, как все это работает. Но больше им бы из-за спама атаками, дальности и блида. Блид там довольно слабый по сравнению, по-моему, с... как ее зовут? Пескипершей. Или... она пескипер или писмейкер? Пофиг. А, дальность, да, хорошая, но опять же урона. Урона мало и жизни очень мало. Так что какой-нибудь там рыцарь может буквально там с двух силовых атак убить. Так что за фигня, почему все отваливаются? Не хочу играть с ботами. Проходить кампанию на запись будешь? Не знаю, надо посмотреть, насколько она мне понравится. Не хочу играть с ботами.
Дайте мне людей. Что думаешь о втором DLC третьего Дарка? Думаю, что оно еще не вышло. Со зрителями пока не играю, потом можно немножко. Ну, или не немножко. Насколько оно весело будет. Будешь снимать стримить Urban Empire? Вряд ли. Да, какая у меня теперь красная палка. Тут основное это чисто вот эти вот блидящие атаки. Ау. Которые назад плюс атака или просто три обычных атаки или вперед перекат плюс атака и все такое. Они далеко достают и блидят, так что можно просто тыкать противника, отходить. Я этой стойкой почти не пользуюсь, которая крутая. Опс. Спам атак с блидом, противник рип. Ну, в принципе, да, но это от противника зависит. Если противник агрессивный, то он так не позволит просто делать. Опс. Готово. Значит, решил купить For Honor, стоит того. Ну, блин. Мне нравится чисто мультиплеер. Мне как бы даже все равно, будет ли там сингл, будет ли он хорошим. Но мультиплеер мне нравится достаточно, чтобы купить, поиграть еще. Суть игры, кроме драк и убийств, ну, драки и убийства, ПВП. Я просто пока играю, сомневаюсь насчет покупки. Ну, если играешь и недостаточно нравится, чтобы покупать, то... Хороший выход не покупать. Я не уверен, в чем вообще смысл этого пинка, который после удара. Потому что после удара, который заблочили, он почти никогда не получается.
После удара, который не попал, противник просто уворачивается. После удара, который попал, лучше сделать обычный удар, возможно? Не уверен. Ну, неплохо разменялся. У меня жизнь кончается. Окей. Мне нравится игра на сервере Ubisoft в полное говно. Ну да. С этим есть проблема. Это не столько Ubisoft-овские сервера, сколько конкретно для этой игры. Потому что в Red Dead 6 то же самое, он все нормально вроде работает. Стойка, которая спецстойка, она мне скорее мешает, потому что я когда пытаюсь влево-вниз или вправо-вниз сделать, я случайно ее иногда делаю. Порадуги будешь что-нибудь делать? Ну, возможно. Если научусь в нее хоть как-то играть. Потому что сейчас, если я буду там делать ПВ-пятницу или что-нибудь такое, то это будет там час видео, на котором я там двух человек убью. Если повезет. Хорошо, что тут нет перекатов неуязвимости, как в DS. Они есть, в принципе. Но они не очень эффективны, и у разных персонажей по-разному эффективны. Еще одна палка? Или что это? Да, еще одна палка. Пока оставлю то, что есть. Красная палка мне нравится. Окей. Кадров неуязвимости же нет, ну, хрен его знает, по-моему, есть все-таки. Чувак меня убьет, скорее всего. Потому что я против них не умею нормально. Ну хотя. Может быть и нет. Может быть и не убьет. Черт. Лок, куда ты?
чему это он? Надо стамину отрядить немножко. Да, вот так. Какой-то совсем пассивный чувак с щитом. Щиты — это хорошо, но только когда они не порождают пассивность, или как там в дворне. Окей. О, это плохо. Это тоже не очень хорошо. Почему я второй раз не попал? Это нехорошо как-то. Что? Окей. Что? Его заменило на бота с полным ХП? Да ну нафиг. Окей, пофиг. Я не хочу играть с ботом. Тем более с ботом с полным ХП. Не, Rage Quit, конечно, весело, но то, что у него там было ХП на один удар, и его поменяло на бота с полным ХП, а мне не восстановило, и это вообще не весело. Я тоже хочу себе такую нагинату с шипами, с гардой, совсем подряд. Может, он дисконнектнулся? Ну, может быть, но это не повод менять его на бота с полным ХП. Черт. Сойдет. Против набушей достаточно переспамить. О, я могу делать жесты в начале боя. Идеально. По идее этого хватит, чтобы ее убивал блидом. Нет? Нет, черт. Черт. Не успел. Сюжетка будет в этой игре? Ну, вроде должна быть какая-то компания, но я не знаю, насколько что там будет вообще. Окей.
Окей. Что-то не то с пингом. Потому что мой блок меняется значительно позже, чем я его нажимаю поменять. Ладно. Буду спамить, если блочить не получается. Ну и куда ты? Может, после этой дуэли другого персонажа возьмешь? Ну, наверное. Но я умею только двумя, по сути. Вау. Ну, я попал раньше. И теперь меня убьет. Да. Теперь меня убьет блидом. Ничья? Нет, я победил. Идеально. Умер на секунду позже. Победил. Не, ну в принципе, все по правилам современного фехтования. Ладно, пойду за рыцаря, еще там 1-2 боя. И потом можно будет и пати собрать и пойти куда-нибудь там в 4 на 4 умирать. Выглядит игра прикольно. В чем суть? Ну, файтинг, по сути. Суть убить противника 3 раза из 5. И не умереть самому 3 раза из 5. Вау. Как-то раньше у меня за рыцаря лучше получалось. Плохо. У него на атаках у ворота, что ли? О, берсерка. Come on.
Окей. Готов. Вроде Норд двухтопорник был у тебя. Окей, там меня... можно менять пол. Нельзя менять у рыцаря со щитом, у рыцарши ассасинши, у обоих других Нордов. И у Набыши. У остальных вроде можно. Иногда тоже использовать. Воин персонажа, если перечислил, если не больше. Ну, в принципе, да. В общем, у некоторых можно менять пол. У некоторых нельзя. И оно примерно поровну. Чё тут топорами своими машешь? Опс. Вот чё он топорами своими машет. Но это ему не поможет. Тебе не поставить на герб свой логотип. А там не получается. По крайней мере, с одним слоем. А больше я пока не открыл, по-моему. Или, может быть, уже открыл, не знаю. О, какой. Какой клинок. Он сменился на этого чувака. Ты пробовал играть с клавиатурой? Нет. Но говорят, неплохо. Ты зря. Это я зря? Ну пофиг. Это плохо. Нечего тут меня сталкивать пытаться. Готов? Готов. Геймпад починил? Ну, вроде да. Чёрт, это я зря. Пока. Будут видео по Хонору? Наверное. Возможно.
Ау. Это неплохо. Чёрт. Чёрт. Ну, ладно, пока, чувак. Задумка хорошая, на исполнение такое, если бы было бы больше реалистичности, было бы норм. Больше реалистичности — это убивать всех с одного? Или как? Ну что, этот чел еще будет со мной сражаться? Будет. Го уже 4 на 4. Ну... Сейчас этому челу надоест умирать от меня. Пока кидайте френд реквеста, что ли. Вьюплея. Потому что сейчас у меня во френдах недостаточно людей для 4 на 4. Вау. Опс. Ну хотя бы не столкнул. Ну хотя сзади меня. Некуда меня сталкивать. Как он хорошо меняет направление, что он замахивается в одну сторону, а потом бьет в другую. Неплохо. То лезвие, которое ты нашел, это лезвие Фомберга? Вроде нет. Прямое же. Опс. Я тоже так могу. Опс. Я тоже могу всю стамину тратить, видимо. Слабо, слабо плюс сильный дар с разворота, почему не пользуешься? Вот этот? Не знаю. Во-первых, оно реально полстамины жрет. Во-вторых, как-то... Зачем?
Не, она, конечно, быстрый. Дамагово. Пока, чувак. Блокировать это так тяжело. Ну, не знаю. Она же вроде просто боковая. То есть, если блок в ту сторону стоит, то блокируется. Если нет, то, соответственно, нет. Опс. Ну вот в чем смысл такого пинка? Если он не дамажит, то противник просто следующий удар блокирует. Ну окей. Неплохо, рукоятка. Ладно. Так, ну теперь можно попробовать и в 4 на 4 куда-нибудь. Тут можно из игры как-нибудь нормально приглашать. Пофиг. Вроде не приглашал. Не уверен, насколько оно работает. Эквип, да, дает статы. Конкретнее. Ну, эти куски меча не дают статы. Упс. У меня тут, по-моему, почти ничего не дает статы. Ну или, нет, точнее, они дают вот там, где черточки, это дефолтное значение, но они просто дают одинаково. Вот это вот дальше кидает. Больше мести. Так, ша. Окей. Попробую так. По одному. По одному тоже не получается. Стоит ли покупать PS4? Но если есть желание играть в эксклюзивы PS4, то, наверное, да. Как принять инвайт через Uplay или там Shift F2, по-моему, что-то такое. Overlay открывает. Ну или просто сальтабиться в Uplay-вское окно и там. Если есть желание играть в 30 FPS. Не, ну, как бы эксклюзивы, они в стольких FPS, сколько там есть. То есть, если хочется играть там в Bloodborne, в него и прочее, то на других платформах не поиграешь. Если не хочется, то все остальные, все игры, которые есть на PC, в них лучше будет играть на PC. Упс. Даже если оно, это,
Даже если он не сильно дороже, чем PS4. Ну, что-то не работает все, видимо. Еще после Shift F2 там где-то должно быть принять инвайт или что-то такое. Возможно, проблема в моем интернете, потому что NAT, он желтый сверху. Не подключается. Ну, увы. Я говорил, матчмейкинг хрень. Придется одному убивать. Можно, конечно, все равно туда пойти. Но без пати. Окей. Да, в этом режиме есть всякие пассивки и прочие обилки. Ну, не знаю, я что-то вроде выставил. Какая-то у нас странная команда. Поиграй за викинга с огромным топором. Ну, сейчас попробую. Когда последний стрим по кослеванию на YouTube будет сегодня вечером. Почему ты поменял свое отношение к Bloodborne? Ну, не знаю даже. И не то, чтобы его совсем поменял. Там как бы много проблем. Но с DLC там и хорошего тоже хватает. Пати не из зрителей, не получается. Зрители не коннектят ко мне. Опс, тут вся вражеская команда. Это не хорошо. Тут реально вся вражеская команда. Ну, рип. Я могу видеть карту. Ура. Теперь я не могу видеть карту. Я не уверен, как все эти обилки работают, которые обилки. Видимо, на них тратится ревенж. Так что мне надо кого-нибудь поубивать, чтобы меня кто-нибудь поубивал. Или я не уверен, что на них тратится, на них что-то тратится. Окей.
Ура, мы всех прогнали. Ура, мы не всех прогнали. Вражеская команда пришла. Ну, как-то не очень хорошо она пришла. Не убегай от меня, чувак. Готов. Добит. Ну, мы там потеряли где-то пса. Окей. Подожду здесь, пожалуй. Да, вон бежит кто-то. Теряли А. Ну и хрен с ним, наверное. Нет, зачем они убегают? Ладно. Поубиваю пока что трэш. Захвачу точку. По идее, на точке я хилюсь, или что-то такое тут было. Добивалка. Я могу вызвать артобстрел какой-то. Может быть, стоит. Не уверен, что это так делается. Но вроде какие-то стрелы прилетели. Не уверен, что это могло. Слишком много трэшевых солдат. Кулдауне. Окей. У меня есть пассивка на скорость ревайва. И оно реально быстро ревайвит. Черт. Но это не помогает, когда меня убивают. Точнее, бы нельзя хилиться. Окей. Убейте за левого, у них кулдаун. А левого откуда берется? Или что? Или как? Потому что сейчас у меня открыта вторая. Открыта первая, которая пассивная. Но не открыта третья и четвертая. Мне просто нужно убивать больше. Или как? Опс, тут вражеская команда. Слишком вся вражеская команда. Окей, этот мертв. Нет, да. Пойду на цвет отхилюсь. Что это за фигня? А, это какой-то рычаг. Я не знаю, что он делает, так что не буду трогать. Там можно кого-то поднять, наверное. Или уже нельзя. Не-не-не, иди нафиг со своим этим артобстрелом. Не уверен, что делает этот ревенж, который включается. Он вроде как делает мои атаки непрерываемыми и бесконечную стамину или что-то такое. Но я не уверен на 100%, какой в этом вообще смысл и насколько это помогает в бою реально. Черт.
как сделать так, чтобы показывал FPS. А у меня показывает FPS? Вроде нет. Так что не знаю. Тот рычаг опускает ворота, если через них кто-то будет бежать, то ты его убьешь. Ну... Наверное, окей. Пришло время убивать трешовых солдат. Окей, один трешовый солдат убит. Союзный рыцарь меня избивает. Это не очень хорошо. Третья моя билка, по идее, хилит союзников или что-то такое. Или четвертое. Что-то делает. Я не уверен. Я что-то включил. Возможно, это помогает. А, ну а уешку теперь еще состоит. Ну, я тоже включу. Еще одного трешевого солдата убил. Абилки бесполезны? Не знаю. Я вот сейчас хилищу ауешку сделал. Вроде помогает. И вот я сейчас стрелами этого чувака запустил. Вроде тоже слегка помогло. Слишком много трешевого солдата. Убейте все нафиг. Дайте мне поднять союзника. Хотя все равно победа. Но все равно поднял союзника. Ну ок. Я еще и на первом месте в нашей команде. Но чувак на первом месте в другой команде, у него больше очков. Ревенж дает хп и баф в зависимости от эквипа. Окей. Ну вот. Все свалили. Тоже, пожалуй, свалю. Кстати, что тут за фигня? 5 квадратов. И еще куча квадратов в описании. Окей. Отличный челлендж. Выполнить 8 браузов с союзником. 50 тейкдаунов. Элиминейшн — это что вообще? Ладно, неважно. Потому что как бы... Это доминион. Это дуэли, это браулы. Это десматч. Что из этого элиминейшн? Выиграть дуэль, не умирая. А, убийство, то есть это просто 5 фрагов? Но elimination matches. Что? Я не понял. Против искусственного интеллекта, против искусственного интеллекта, пофиг. Как хайвик. Победить в дуэли, не умирая. Ну, выиграть 2 на 2 любым героем. Поехали. Создай пользовательскую игру. Ну, сейчас после этого матча попробую.
Я не уверен, что это получится. Играю за топориста. Ну, сейчас попробую. Но я за него не умею. Хотя, что там уметь? Берешь топор и убиваешь всех. Отменить, что ли? И перезайти, а то что-то тут все плохо. Да, так стало намного лучше. Покупать будешь? Наверное, да. Окей. Миррор. Получается, чем у него. Не буду я его ревайвить. Черт. Опс. О, блин. Боевой клич викинга звучит как заказ в Макдаке. Да, да. Именно. 14-15-9 вай первого уровня. Но у меня топорист первого уровня. Тут же уровень к персонажу привязан. Неблокируемые атаки можно парировать. Это хорошо. Ха-ха.
Изи. Я зря всю стамину потратил, конечно. Зря я силовые делаю после гвардбрейка. Они, конечно, добивалки, но я ими не успеваю. Я труп. Нет? Может быть. Нет, я не труп. Хорошо, что 90% этих варваров после того, как станет этим вертикальным ударом, бьют еще одним вертикальным. А станет он просто не показывает, какой следующий удар. Но его все равно можно заблочить. Стоп, что я выполнил? Просто победу? А, да, победу бессмертия надо было в дуэли. И у меня была одна смерть. А, пользовательскую, ну ладно. Окей. Не хотел это делать. Пофиг, дайте мне это пропустить. Я хотел просто выйти в меню. Я не уверен, как оно работает вообще. Настройки. Окей. Можно дамаг повышать, понижать. Ревайвы, скорость респавна. Радар. Ну, я не уверен, как это работает. Мне теперь нужно ее запустить, или ко мне сейчас прям можно приконнектиться? Или как вообще? Допустим. Ну это мне просто запустит этот матч. Можно ли ко мне при этом приконнектиться, я не знаю. Может быть. Почему здесь есть дефендеры и атакера? Если все режимы зеркальные. Тут нет режимов, где атака, защита. Тебе надо в друзья заехать. Ну, в друзьях у меня есть народ, просто у меня не получается их инвайтить в обычный режим. Здесь не знаю. По-моему, тоже не получается.
Ресурсы после боя я не распределял, я не уверен, что там с ними вообще как. Я так ни разу туда и не заходил. В общем, пробуйте там что-нибудь коннектить или еще что. Через F2. Shift F2 же. Или нет? Нет, F2 это просто вот эта хрень. Допустим. Ну, судя по тому, что никто не заходит. А так? Кто, по-твоему, имбалансный? Не знаю, я слишком мало играл за всех. Так что, по-моему, пока что никто. Ну ладно, пофиг. Я еще раз попробую здесь, конечно. Черт. Вот после Uplay у меня здесь курсор мыши остается на экране. Это бесит. После этого вот Shift 2. Стоп, что? А, это этот звук. У всех курсор. Но если не заходить в Shift 2, то его нет. В общем, нифига не работает. Где, кстати, мне поменять мой здесь? Мою эмблему. Все, еще второй... Или нет, второй свой доступен, я могу выбрать его. Окей. Ну ладно, пока удалю. Оказалось, они просто залочены были. Ладно, пофиг, поехали во всякие там один на один и прочее. Нет, не туда, один на один. Один на один здесь. Или стоп, надо... Наверное, надо распределить как-то эти... Эти... Ну, я не уверен, как именно. РТ? Непонятно. Ну ладно. Попробую девку с мечами эту. У меня за нее плохо получается. Ворасец получаешь только после боя. Ну, не знаю. Наверное. Еще раз на будущее в меню даешь F2, потом приглашаешь народ. Но он не приглашается, в этом проблема.
Ко мне никто не может приконектиться. Так-то понятно. Мышка, иди нафиг. По-моему, это не окей. По-моему, это совсем не окей. Так, это была вся моя стамина. Да блин. Мне не получается больше одного удара сделать, да? Правда, мне, видимо, и не нужно. Ну, окей. Он лагает слишком, чтобы с ним нормально сражаться. Вот это получше. Теперь бегать, выживать. Раунд 5. Как перебить пробивание блока, которое граб, свой граб нажать в последний, ну не в последний момент, но как бы в какой-то момент. Опс, привет, огонь. Нет, не привет, огонь. Идеально. Да, блин, нажал уже блок вверх. Почему ты не контратакуешь, ты когда у ворот делаешь в сторону атаки? Ну, при таком пинге я у ворот делаю в сторону атаки, когда атака уже 10 минут назад попала в меня. Ну и, в принципе, у меня по таймингу не очень получается. Зато кинжал. Не буду я с тобой играть, чувак. Ты лагучий. Может быть, это я лагучий? Вроде не должно быть.
Наверное, если бы я был лагучий, то это... Фреймы бы дропались на стриме. А с ними все окей. С учетом лагающего противника было неплохо. Но он в некоторых... В некоторых боях он не лагал, и я побеждал. В других он прям телепортился, и я ничего не могу сделать. У нее яд или... У нее яд, что ли? У нее блид. Атаки, когда у меня кинжал становится этим фиолетовым, они навешивают дот. Вот эти вот. Окей. Ну не понимаю я тайминг этих поворотов. И как они вообще работают. Играю на PC, геймпад тут PS4 обычный. Я ему там треть жизни заблидил. Если бы я еще умел нормально блочить его атаки. Готов. Только с тобой можно. Ну, если бы оно работало, то можно было бы. Но так у меня не получается других людей к себе коннектить. Френдов. Раунд 3. Уворачиваюсь под удар. Да я пытаюсь, но как-то... Я не понимаю, в какой момент это нужно делать. Как бы я уворачиваюсь под удар, видимо, слишком рано, потому что... Он все равно наносит урон. Вот так, что ли? Видимо, да. Но потом он все равно меня сразу же еще раз ударил. Его подключил, у меня игра не видит его геймпад. А от PS4 он сам по себе его игры не особенно видит. Надо какой-нибудь софт. Индутмаппер или что-нибудь такое. Когда стрелочка не просто красная мигает, уже тогда надо уворот делать и бить легкий удар. Ну, по сути, как парирование, только уворот вместо атаки. Но это неудобно, потому что... Парированием я, по крайней мере, блокирую в эту сторону. Опс. Опс. Ну, я криворукий. Меня вообще немножко напрягает в управлении тот факт, что уворот и вардбрейк, они на тех кнопках, на которые приходится убирать палец с направлений блока. При том, что L2 и L1 вообще почти никак не используются. L1 вообще никак не используется, оно для всяких этих сообщений союзникам. L2 это просто лок цели, который можно было бы поставить на что-нибудь другое. Повесить на них уворот и гвардбрейк, и можно будет делать все. Не это. Не меняя руки. Как блокировать сразу в три стороны. А вниз у классов со щитом. Мы играли не на русском, а зачем? Просто зачем? Озвучка тут очень убогая русская. А, текст не особенно нужен. По-моему, у меня, кстати, на прошлом стриме стоял русский текст, нет? Куда он отвалился? Потому что я ничего не менял. Возможно, я ошибаюсь. Возможно, у меня не было русского текста.
Понятно. Ну, я труп. Я делаю все просто. И делаю ворот в сторону и блокировку на всякий случай. Ну, не получается же, потому что блок... Ну, на геймпаде, по крайней мере, не получается, потому что блок на стике, и у ворот не на стике, так что приходится палец со стика убирать. Так что блокировать, когда я уворачиваюсь, я не могу. На прошлом стриме был английский, ну окей. Тогда ладно. Тогда все окей. Текст криво переведен местами, особенно в статах, там не особо все понятно с переводом. Без перевода там тоже не особо все понятно. Это не то, что я пытался сделать, но, видимо, это потому, что у меня стамина кончилась. Система лока таргета, она нормальная, просто она немножко это... На неудобной кнопке. Кнопку таргета не нужно держать, там можно просто поставить в настройках, чтобы ее не нужно было. То, что оно по дефолту нужно держать, это тупо, да. А, он вышел. Окей. И все. Видимо, все. Окей. Я ничего не менял, не нужно было. По-моему, на клавиатуре не нужно держать по дефолту. Оно вот так, по умолчанию. То есть просто нужно это поставить, и тогда геймпадом тоже не нужно держать. Кликнув один раз, и оно лочит, и все. Как тебе игра в целом? Классно. Мне нравится. Возьму кого-нибудь, кем умею играть. Мне нужно на челлендж победить, не умирая. Доминион мне не очень нравится режим. Слишком мясо. Не, он, наверное, через полчасика будет. Мне придется, правда, стрим выключить и заново включить, потому что там надо всякие вещи сделать. Окей. Раунд 1. Ubisoft уже вторую нормальную игру сделали. Ну да. Целых две нормальных игры за последние, там, лет пять. Какая первая? Радуга 6. Новая. А вот Wildlands говно. Ну, посмотрим. Говорят, кстати, еще Watch Dogs 2 хороший.
Первый говно, конечно. На второй говорят норм. Но я не играл. Играл только в первый, он действительно говно. Окей. Что-то оно как-то... По-моему, пинг опять высоковат. Ну, без смерти не получится. Все еще крутая, конечно, там проблемы с подбором игроков по уровням. Не знаю, пока не было. Ну или может было, но я не заметил. Черт. Викинги с их грабами. Ау. Не стоит перекатываться, когда нет стамина. Кто у нас у обоих нет стамина? Это плохо. Ау. Очень наркоманский бой. Ну, ты не сможешь меня убить, если ты будешь отступать, чувак. Пока стамины нет, его довольно легко затыкать все-таки. Какие долгие у него замахи. Чё, тымба? Ну... С одной стороны, да, но с другой стороны, если он меня на комбо поймает, то он меня убивает очень быстро. При этом я тоже не очень дамаговый. А, хватит. Есть еще вот эта вот стойка. Не уверен, как ей нормально пользоваться.
Из нее я, по идее, уворачиваюсь от атаки, когда бью. В самом начале атаки своей. Плюс бью с непоказываемого направления или что-то такое. Вот. Я проиграл. В общем, когда я не пытаюсь этой стойкой пользоваться, у меня получается как-то лучше. Последний раз попробуем пати, не получится в него. Ну, я еще полчасика в это поиграю. Но пати можно еще раз попробовать. Но, скорее всего, не получится, как бы ничего не поменялось же. На прошлом стриме ты размалывал людей в муку из авангарда. Ну, и? Раунд 1. Сделать. Не, вот размениваться мне с ним не надо. Полчасика назад говорил, еще полчасика, но скорее минут 10 назад. Сколько будет стрим? Ну вот еще где-то так до 6, наверное, примерно. For Honor. Потом Нио. Ну и там где-то между этим перерыв на настроить, включить все. Стамина кончилась неплохо. Правда, я какую-то фигню начал делать. И сейчас у меня тоже стамина кончится. Как он достал? Ну вот. Как с этим бороться? Я тоже так могу. Я так могу, пока у меня есть стамина. Round 4.
Да, блин. Стамина, где ты? Вот ты. Почему у него так далеко достает этот вардбрейк? Потому что у меня он только совсем в упор работает. Он там с полукилометра разбегается. Ну, ножа уже. Но я даже не знаю. Он тупо спамит гвардбрейк. Я с этим ничего не могу сделать. Ты можешь легко уворачиваться от этого. Ну не могу, не получается. Я по идее даже в теории могу его пробивать, как бы если я ударю раньше, чем он... ну как бы если он начнет гвардбрейк сделать, а я его слабой атакой в этот момент ударю. Но все равно не получается. Он все равно быстрее. По браслетам пробовал. Нет, по браслетам не пробовал. Назад у ворот не помогает, он достает. Даже если назад у ворот. Окей. У него лучше получается. Толкать с разбегу. Топовая подсказка, не бей в щит. У него везде щит. Куда его еще бить? Ну вот, тут скидывать некуда. Как у меня была неблокируемая атака? А, вот так. Это помогает. Это не помогает, когда у меня 0 стамины. Окей. Все равно.
Что-то я делаю не так. Наверное, умираю. Полстамины за удар с таким маленьким уроном, но он не блочится, в этом его смысл. Уйти и с разбега в гвардбрейк. Не очень помогает. Даже нажал. Оппонент хорошо играет за этот класс. Ну да. А я плохо. За этот. От удара щитом с разбега ворот надо спасает. Возможно. Он не выглядит так, как будто от него должен спасать ворот назад. Почему я не могу... А, может я не ту кнопку жму, наверное. Какой твой любимый класс в данный момент? Ну, у меня хорошо получается вот это вот рыцарь с мечом и за набаши. Так что, наверное, они. Я бы хотел, чтобы у меня хорошо получалось за викинга со щитом и мечом. Но у него там какие-то вообще сложные наркоманские комбы. Пандва повеселее выглядит как-то, ну не знаю. Что будет, если в гейзер зайти? Зайти в него не даст? Упс. Но он дамажит, если в него затолкать противника. Причем очень нехило так дамажит. Получается. Ну вот так получается. Гвардбрейк глупо работает, откроет противник меньше, чем на полсекунды. Он в основном нужен, чтобы бросать или чтобы слабую атаку делать. То есть после гвардбрейка гарантированно можно сделать слабую атаку и попасть. Ну и потом из нее можно сделать комбо во вторую слабую атаку. Естественно. Ну, не у всех классов. У некоторых нет комбо из двух слабых. Или после гвардбрейка можно его оттолкнуть в какую-нибудь сторону. И по идее, если оттолкнуть его в стену, то это достаточно эффективно. Потому что это надольше станет.
Ну или в пропасть. В пропасть тоже очень эффективно. Долго станет, ну да. Я выиграл, не умирая. Идеально. Не пооткрывал всяких вещей. Видеокомбо, толчок плечом, два быстрых удара, толчок плечом, два быстрых удара. Ну, оно, скорее всего, не знаю даже. Скорее всего, оно не так хорошо будет прокатывать, потому что можно будет блок вставить в какой-то момент. Также проблема в том, что удар плечом, чтобы сделать, надо либо... Надо, короче, ударить так, чтобы он не заблокировал нормально. Да, вот после этого он заблочил меня просто. У нас у обоих кончилась стамина. Он споткнулся, да, он попытался увернуться, когда у него нет стамины или что-то типа того. Как парировать сильную атаку, жать в момент удара противника, в направлении удара противника, то есть, когда я блокирую его. Но не сейчас. То есть, типа, он бьет сверху, я блокирую вверх, и прямо перед тем, как он по мне попадет, я жму сильную атаку. Так примерно. Завтра, не знаю, вряд ли стрим будет. Честно говоря, совсем не представляю, как можно заблокировать удар мечом удар цепью. Ну, не уверен. По идее, при попытке заблокировать мечом удар цепью, цепь намотается на меч, и у кого-то, точнее у обоих, скорее всего, будут потом проблемы. Это не то, что я пытался сделать. Да, вот это вот то, что я пытался сделать.
Вот он же блочит после моего удара плечом. Следующий удар. Не всегда, но иногда блочит. Может, там парировать именно надо, не уверен. Окей. Неплохо. Стал ботом. Если я выйду, то значит тут два бота будут друг друга избивать. Черт. Ну ок. Раунд 5. Был самурай с двуручкой. Можно немножко. Еще один. Один матч за самурая с двуручкой, потом уже в него пойдем. Надо только бота сначала добить. Чувак. Я тоже так могу. Нет, я так не могу. Окей, я тоже так не могу. Вот реально сложнее, чем чувак был. Особенно, когда я без стамина. Поехали, самурай. В идеале в этой игре можно создать бота, который будет играть лучше любого игрока. Ну, во многих играх можно создать такого бота. За самурая я не умею, так что она меня сейчас будет убивать. Очень сильно будет убивать.
Ну, ножа уже, какого хрена? Причем быстрые два удара. За самурая? Или что вообще? Да, блин. Не знаю. Совсем не знаю. Counter Guard Break из-за пинга может не работать по таймингу. Ну, заметно. Как-то это было быстро. Ладно, еще один раунд за самурая. Может быть, я что-нибудь сделаю только против другого противника. Так что я отсюда выйду. И перезайду. Во всем виноваты пинги. Нет, это не руки, это пинги FPS и UBT Масона. Ну, как бы я нажимаю, я знаю, что я нажал в правильный момент. Там довольно нормальное окно же. Я тут вообще не приконнектился. Я даже выйти сейчас не могу. Но оно вообще никак не работает. То есть оно не то, что там начинается анимация, но она прерывается противником или что-нибудь такое, если я неправильно нажал. Просто у меня персонаж ничего не делает. Раунд 1. Из-за пинга 80% каунтеров превращается в мы ударили друг друга и оба отлетели на километр. Но это как раз когда за... Это когда оно правильно. Когда он меня гардбрейк... Он мне гардбрейк делает, и я тоже нажимаю в этот момент в правильный. Тогда мы оба друг друга отталкиваем и все. Какая хорошая у самурая. А так после дальше вперед. У тебя катана длиннее, ты должен победить. Ну да. Можно вообще даже не сражаться. И так же видно, что у меня катана длиннее. Значит, у него нет шансов. Опс. Стамина. Куда же ты? Десимо.
А есть у меня что-нибудь нет? Дэш плюс все, авай у меня нет. Или я что-то не так делаю? Отлично. Ну, в принципе, вполне по-самурайски вышло. Срочно нужен меч для судоку. Да, этого не хватает. Могли бы сделать там эмоцию судоку. У чувака с у рыцаря со щитом есть, что он себе этот булаву свою на ногу роняет. Почему бы не сделать судоку? Почему у меня катана синий становится, когда я выпады делаю? Это что-то значит? Или это просто так? Упс. Как он долго замахивается? Синий удар тратит стамину? Вражеского? Возможно. Попал. Удивительно. Хорошо, когда катан длиннее. Минус голова. Синий удар и комбо. В каком плане? Что я получу? Ни хрена. Почему я не удивлен? Так, ну ладно, тогда я стрим минут на 10 выключу, чтобы там все настроить, включить и все такое. Потому что мне нужно OBS, по крайней мере, перезапустить, чтобы с PS4 стримить нормально. А, и потом Нио. Так что перерыв минут 10, где-то так.